учителя, сегодня для нас прозвенит последний звонок. 3 года мы протапливали свои кабинки в нашем дворе. 3 года мы заполняли зачетки вашими автографами, собирая щедрый урожай знаний. Но сегодня нам вдруг стало ясно, что мы переступили черту и попали на территорию, где начинается самостоятельная жизнь. Здрасте! Можно? Вы ходите, я вас найти не смогла, господи! Так, девушка. Давайте ваш оригинал паспорта, ксерокопия паспорта, оригинал аттестата, ксерокопия аттестата, 3 фото, 3 на 4, 4 фото, 4 на 4, 4 фото, 4 на 5. И справочки. Мы можем начать. Зовите по одному. Сидорова Диана, зайди, пожалуйста. Здравствуйте. Я бы хотела сделать маленькое объявление. Диана еще не подошла. Ну, сейчас она бежит. Мэри, пожалуйста. Диана. Мэри, Мэри, заходи. Где ты была? Почему столько ты гуляла? Не видно. Тут все понятно. Это же семейный человек. Посмотрите. Это все ваши дети? Да, да, смотрите, это все. Одного я вынашиваю. Второй родила. Третий вообще заболел в саду. Ты даже ребенка неправильно держишь. Как надо держать? А Мэри у нас... Мэри у нас сейчас тут мастер-класс по смене подгузников. Петрова, заходи. Аня. Да-да, алло. Аня, на УВК класс. Ты посмотри, она с баулами идет на УВК. Ну и где ты была? А я вам сейчас все расскажу. Расскажет она все. Я переезжала. Опять. Из Бутова в Мытищи, в Мытищи, в Бутово из Мытищи, в Шугарова из Мытищи, в Бутово. Прошло 2 часа. Приехал сам. Так тут все еще... понятно. Семейный ты... человек. Ты что? Я вам сочувствую. Что за внешний вид? Ты почему в пижаме? Здравствуйте. Ты откуда приехал? Добрый день. Здравствуйте, Ирина Викторовна. Какая тебе Ирина Викторовна? Ой, извините, пожалуйста, я больше не буду опаздывать. Рассказывай, где ты была? Я выехала из дома, честное слово говорю, клянусь, в 6 утра. В 6 утра выехала, я на 5 в пробку попала. Потом, я же не могу сказать машинисту, быстрее езжай. На каждую остановку по 15 минут стоял. Что такое пара? Это ужас. Громкие студенты, парты, ручки. Быстро разлетаются шпоры и ответы. Пара, что же делаешь ты с нами? А теперь давайте узнаем, что происходит, когда нам приходит стипендия. На паре вдруг услышав наш звонок, припомнишь ты столовую родную. И побежишь туда забыть про все, проесть и пуку нашу небольшую. Паря, 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 ты чей в больнице знаменит. Насыпать нам уборки, палаток подвести. Пома, пома, помахивая шпалой быть протрешь. Любому крикну я, куда ты прешь?
И на наркоз тебя рисуя, и забывая обо всем. Oh,
чтобы вы нас ждали в гостике, мы ждали здесь час, чтобы принимать гостей было не стыдно. Вам вот какие есть, какие оставайтесь. Самое главное в душе сохранить это вот эту доброту души. Чтобы вы понимаете, ваша профессия медика, это уже предполагает, что вы по жизни идете честными, открытыми глазами, смотрите вперед. Но самое главное сохранить человечность и доброту. Я уверена, что вы такие есть, что 3 года не прошли даром ни в плане ни в плане человечности вашей, ни в плане вашего профессионализма. Я думаю, что нам никогда не будет стыдно за вас. Но сегодня вы растрогали, у меня давно не было слез. Небольшой тюнинг. Дорогой ангел, но все-таки чего-то не хватает. Не хватает изюминки, не хватает каких-то дополнительных нюансов. Проект хорош, но требует досмысления, требует внесения какого-то совершенства. Итак, смотри, у меня тут есть кое-какие предложения, поэтому я тебе предлагаю каждого выпускника, а все в наших руках, дополнить некоторыми штрихами. Например, штрих номер раз. Штрих номер раз – это… О, шприц! Шприц. Штрих номер два по одному и тому же образу – это… Клизма. Правильно. Значит, штрих номер три – это гранюля. Итак, как ты думаешь, уважаемый ангел, что за дополнительные эти штрихи, какой создадут образ выпускника? Я думаю, здесь у нас прекрасно получится медицинская сестра. И добавим немножечко гуманизма. Это. Ой, дети мои. Не бывайте. Да, пожалуйста. Уже столько слов прекрасных, что, по-моему, не осталось. Давайте я чуть-чуть стихаю. Дорогие сестры, медицинские сестрички, зажигательные, как спички. Вы фантазия мужчин, которые поступят в сешерные вместе. Красивее всех картин. В то же время для больных вы светили всех святых. Ангелочки на земле, будьте счастливы. На подколокольнике низня, по утрам приходим не зря. Приезжаем издалека, пересчитав облака и с опозданием слегка. Здесь любимый колледж стоит, знание огонек здесь горит. И за дверью простой наш мир не будет пустой, нам хорошо с тобой. Эта песня простая, еще утро. Еще несколько слов. Вы выпускаетесь с этого дома с
этого особняка, где когда-то здесь жила дочка Бутусова. Хотим поздравить его последним звонком. Этот звонок последний будет. Неважно, в каком структурном подразделении. В первом, во втором, третьем, четвертом, пятом. Но он действительно последний звонок. Последний день, когда вы здесь находитесь на занятиях. Дальше у вас практика, дальше у вас госэкзамены, дальше у вас уже пойдет аккредитация и работа. Хочу пожелать вам удачи в этой жизни. Хочу, чтобы вам встречали только близкие, родные люди. Рядом находился ваш ангел-хранитель. А все нехорошие, плохие люди обходили вас стороной, но в этой жизни. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.